чтобы тебе не только говорили, что тебя любят, а что иногда даже не обязательно что-то говорить. А я люблю, когда мне говорят. Вот сегодня я сидел здесь, у вас еще никого не было. Я каждый раз думаю перед выступлением, что сегодня никто не придет. Честно. Я ехал сюда и волновался полдня, что никто не придет. И я буду читать стихи для себя. Спасибо вам, что пришли. Прошу тебя, скажи мне, что все будет. И будет непременно хорошо, что жернова неведомых нам судеб не перетрут надежду в порошок, что письма все дойдут до адресатов, что я вернусь туда, где меня ждут, что горечь, злоба и ярму утраты не переполнят внутренний сосуд. Я должен знать, что ты меня не бросишь и не предашь за пригоршню монет, что в самый трудный час по доброй воле ты не уткнешь мне в спину пистолет, что слово «друг» не жалкая пустышка, не брошенная запросто клеймо, что где-то там нам будет передышка, и никогда не станет все равно. Я буду верить в завтра, как без оглядки. Мне кажется, на то полно причин. Всего на долю выпадет в достатке. Но главное, я буду не один.